Приветствую вас, друзья! Мы продолжаем играть в игру под названием Crashlands, и, возможно, сегодня будет заключительная серия, потому что вроде как нам дали квест на босса, на последнего босса. Так, как вы видите, я все-таки насобирал кучу ресурсов, потребовалось, конечно, но я насобирал на топор, на легендарный, специально для схватки. Будем надеяться, что он нам поможет. 5 секунд уже осталось, он крафтился 5 минут, где-то так. Так, все, давайте. Получаем легендарный, даже перк какой-то разблокировали. И он вроде как должен гораздо быть лучше. Да, смотрите, ну просто шикарный топор. Теперь я вроде как готов. Так, на самом деле нужно сделать еще поушенов. А где мы делали поушен? Вот здесь вот? Да. А, я всего один поушен могу сделать. Ну, точнее, 3 штучки. А погодите, что? Восстанавливает 125 тысяч... ХП? А у нас сколько? У нас 71. Ну, кстати, неплохо, неплохо. И смотрите, карбоновый еще. Ну, давайте наделаем хилок всяких. Карбоновых тоже. Вот это вот что? Это для нашего питомца тоже тогда сделаем. Так, я нажал билд? Да. Делаем, в общем, всякие поушены и будем направляться в место, куда нас отправили. Я не помню, в какую-то точку, в общем. Вот сюда вот, Elder Stone. Туда мы отправимся. Так, ну ничего не забыли, будем надеяться, что ничего не забыли, поехали. Так, на самом деле нам придется долго идти, потому что телепорт опять же у нас очень далеко. Посмотрим, возможно там еще не босс, не финальный босс. Возможно там что-то другое. Поэтому посмотрим. Сначала нужно хотя бы добраться туда. Кстати, далеко я уже? Ну, уже не так уже далеко, полпути прошел. Правда, ночь началась, вот это уже не очень хорошо. Так, что-то по привычке, на самом деле, я добываю всякие ресурсы. Уже такая привычка фармить и добывать. А нам нужно просто пробежать. Пока что мы ничего делать больше не будем. Крафтить, точнее. Там можно было еще, по-моему, тапки легендарные скрафтить, но, опять же, нужно очень много ресурсов, а это час... фарма где-то примерно. А может быть даже больше. Я не знаю, сколько я фармил на топор легендарный. Наверное, как раз на где-то час примерно пришлось. Так, ну что там? Практически уже дошли. Осталось еще немножко. Можно, кстати, зеркало будет заменить на что-нибудь другое. На бомбы, например. Или на дополнительные поушены. Нужно подумать. А, или давайте, знаете, что сделаем? Заменим зеркало вот на эту хрень, которую мы делали, помните? Которая связывает нас лучом с питомцем. Возможно, она зайдет лучше. Можно было еще попробовать бумеранг использовать на боссе. Ну, не знаю, пока так. Наверняка мы с первого раза не пройдем его, не убьем. Он, наверное, будет сильный. Это же все-таки босс, да и финальный еще. Так, здесь у нас придется... Нам, точнее, придется сделать тропинку, чтобы пройти. Но пока никаких зданий я не вижу. Может быть, у нас на открытой местности будет схватка? Или вообще, смотрите, тут какой-то телепорт даже. Неужели еще один мир какой-то дополнительный? Так, ну мы дошли, окей. Так, Грэнд Мами тут нас встречает. И что-то происходит. Не знаю что, возможно, нас телепортируют, наоборот, на локацию, где будет находиться босс. Сейчас посмотрим, в общем. Так, To Space. Квест какой-то появился. Ой, блин, портнулся куда-то. Надеюсь, там был какой-нибудь телепорт. Да, там был. Вернемся обратно. Опять случайно я портнулся. Так, ну что, и вроде как нужно пройти через портал. Давайте попробуем. Где мы окажемся? Неужели еще один какой-то дополнительный мир? Не может быть такого. Так, загрузка биома. Нет, смотрите. Ну да, мы в космос отправили. Отправились, но в какой-то космический корабль. Корабль, возможно, да, и сразу заспавнился босс. Блин, ну вот это плохо. Потому что я-то не подготовился, не закинулся поушенами. Блин, ну это очень плохо. Я теперь не знаю, что делать, сомневаюсь, что мы сможем его как-то победить. Это что за странище? Какая-то херня тут еще. О, ну да, это посос.
Ну, действительно, практически меня убил. А вот эта вот херня, возможно, его будет хилять или что-нибудь типа того. Ну да, меня сразу убили. Значит, сейчас будет попытка номер два. Блин, я застрял, и мне не дают выбраться. Просто супер. Сразу же напал на меня моб какой-то. Давайте его убьем. Так. Ну, кстати, выглядит устрашающе наш топор. Что ж, во-первых, что мы сделаем? Возьмем другие поушены. Вот такие вот, наверное, у нас хоть и 8 штук всего лишь. Во-вторых, сейчас мы отрегеним хп. Вот так вот сделаем. Во-вторых, мы закинемся всякими зельями. Так, это у нас бомбы какие-то. Это тоже какая-то хрень. Юз. Даже смотреть описание не буду. Все, заюзаю просто. Будем надеяться, что сейчас мы сможем его победить. Так, это, вот это. Вот это еще можно. И вот это. И вот это. Сколько у нас тут всякого дерьма. Надеюсь, я не выпил зелье, которое меня убивает, или что-нибудь типа такого. Все, да? Больше нет. Ух, смотрите, сколько кучи просто бафов различных. Все, и сразу бежим, поркаемся на босса, пока все не прошло, все эти бафы. Так, и сейчас попробуем. Попытка номер два, так сказать. Попробуем еще раз. Так, он что-то говорит, и сейчас опять включает лучи. Так, нужно сказать нашему питомцу, чтобы он атаковал, но я не могу этого сделать. Так, ой, совсем немножко я отбавляю ему хп. Да просто ничтожно мало. Но он вроде пока никаких атак не совершает, вот уже начал. Ой-ой-ой-ой, ну все, этот посос, похоже, опять. Я успел взять, точнее, использовать хилку, но особо мне это не помогло. Блин, ну такое себе на самом деле. Чё-то, мне кажется, я не справлюсь. Придется нам... Смотрите, я даже убежать отсюда не могу. Можно... А, можно это взрывать. Короче, мне кажется, что нам придется все-таки новое оружие, броню и прочее крафтить. Так, давайте вот так вот попробуем. Ну, это особо не помогает. Даже не особо дамажит его. Так, давайте под бессмертием. Вот только под бессмертием, может быть, что-то получится. Так, убегаем, убегаем. Ну, нет. Он хиляется как-то. А, вон хилки. Нужно разбивать хилки. И еще что-нибудь. Блин, питомец перестал атаковать. Какого хера? Наконец-то начал снова. Опять. Я не могу убежать. Да ломай ты эту срань, блин. Бегаем, бегаем. Я еще живой каким-то чудом. Ну нет, смотрите, совсем немножко я ему жизни отнял. И уже раза два практически чуть ли не помер. Так что я думаю, это без шансов. Давайте вот так вот попробуем. Еще немного. Так, убегаем. Опять он нас задамажил. Не успеваю я вовремя убегать от его атак. Уворачиваться просто практически невозможно. А эта хрень что-то не дамажит даже нормально. Так, снова лучи. Ну, мне кажется, где-то наполовину я его, наверное, задамажу. И он меня убьет. Что-то типа такого будет. Все бафы нам не помогли. Сейчас он как-нибудь атаку совершит, и я сдохну. Вот такое вот у меня ощущение. Какую-нибудь притягивающую херню свою выпустит. Мне хана. Так, бессмертие. Давайте. Ну да, пол хп, смотрите, мы ему все-таки снесли. Все, убегаем, убегаем, убегаем. Ай, твою мать. Фух. Что, вторая стадия теперь? Ну, теперь он меня точно убьет. Ну, это очень сложно. Что он собирается делать? Какую-то дресню. Ну все, меня сейчас зажмут. Да, смотрите, я даже пройти здесь не могу. Нет, прошел как каким-то чудом просто. Просто каким-то чудом. Давай быстрее, регенерация этой хрени, бессмертия. Ну, еще питомец перестал атаковать. Давайте вот этой вот хрени попробуем. Так, убегаем, убегаем. Опять хилялки у него, блин. Хилялки я не замечаю вообще даже. Потому что здесь такая куча всякого дерьма. Так, снова давайте пробовать его дамажить. Все, нужно убегать. Убегаем, убегаем. Хоть питомец начал
огонь вести. Так, опять вот этот луч заюзаем. Главное следить, когда он спавнит всякое дерьмо, например, которое притягивает или которое его хиляет. Но в куче очень трудно разглядеть. Так, короче, нужно поменьше говорить и сосредоточиться. Так, вот, вот, выпустил дресню, сразу убиваем. Отлично, вот хилялка, сразу убиваем. Еще одна хилялка, давайте бежим. Сразу уничтожаем. Так, теперь лазер. Блин, снова притягивающая херня. Уничтожай быстрее ее. Так, все, отлично. Бессмертие. Нет, ну, захилялся он заново опять. И вот еще одна хилка. Теперь я не могу вообще никуда пройти. Вот, похоже, это конец. Просто каким-то чудным образом выжил. Вообще не знаю как. Так, и, кстати, у меня хилки только 3 осталось. Снова лазера. Ну, я ему отбавил половину жизни, и он захилился. Сейчас он опять захиляется, да. Вот хилку поставил даже. Нужно сразу уничтожать хилки, но у меня не очень это получается. Вот еще одна хилка. Не успел уничтожить, еще одна. Просто посмотрите на это. Так, ну вроде сейчас уже чуть-чуть получше стало. Уже больше, чем половину мы отняли. Так, давай, питомец. Тоже там, не спи. Очень напряженная битва. Ой, чуть под лазер не попал. Так, снова куча. Бегу убивать, просто жесть. Две хилки, да, осталось? Или одна даже? Не знаю. Так, он начал скакать. Вот. Трудно, да ё-моё. Практически убил. Да, обидно, конечно. Но, кстати, бафы не спали. Надо сразу тогда нападать заново. Давайте возьмем на этот раз другие поушены. Вот эти, например. Все. Все бафы вроде целые. Ну, теперь снова будем сражаться. На этот раз вообще, наверное, буду молчать. Буду играть сосредоточенно, стараться. Так, да-да-да. А, он даже нам ничего не скажет? Или скажет? Скажет, как всегда. Все, поехали. Опять. Так, задамажили. О, ну вот как вот здесь он будет? Он просто зажимает кучу атак. Ну, ё-моё, сраная притягивающая хрень. Меня еще не убили. Так, включаем бессмертие. Хилялку, хилялку. Просто вообще ничего не разглядеть, что происходит вообще. Притягивающая херня. Сейчас мне не повезло. Я уже думал, все, хана мне. Самый лазер свой. Опять хиляется, говноед. Еще одна хилялка. Вот сволочь. Ну что, еще хиляется? Рядом со мной хилялка появилась. Я даже ее не заметил. Ну, класс. Просто класс. Еще здесь как-то можно обойти. Гребаный босс, твою мать. Ладно, попытка следующая. Возможно, я как-то это смонтирую, но сомневаюсь на самом деле. У нас просто поушены уже заканчиваются. Так, 17 тысяч. Ну, 17 тысяч это совсем мало.
Фух, это было сложно, но тем не менее я справился. Где-то с пятой попытки получили мы ачивку. Наконец-то мы убили главного злодея. Это было очень трудно. Но если бы я прокачал, точнее не прокачал, а скрафтил бы броню поболее, скрафтил бы еще пошнов каких-то дополнительных, я думаю, без проблем мы его прошли. Но я выбрал сложный путь, потому что мне надоело фармить. Вот честно, все, надоело фармить, и я решил сразу на босса рвануть, чтобы уже закончить наконец игру, закончить прохождение. Так, и у нас тут заставочка. Давайте посмотрим. Вряд ли мы что-нибудь поймем, по крайней мере я. Так, ну наконец-то мы получили наши посылки и можем доставить их адресату. Собственно, вся игра это была гонка за посылками. Да, вот наш помощник счастлив, аж слезу пустил. Goodbye, my babies. Или еще не закончилось. Ну, посылки мы забрали, уже отправили, я так понимаю, адресату. Давайте вернемся, наверное, все нас поздравят. Посмотрим, титры тут есть вообще или нет. Или нас просто кинут обратно в мир. Так, ну все тут рады, довольны, я так понимаю, все тут собрались. И бабуля, Макалак, и Вильям, вот этот вот космонавт. Все, в общем, собрались. И ведут какой-то диалог, очень длинный диалог. Так, ну-ка. А, ну вот и все. Вот, собственно, и титры. Вот такая вот игра. Хорошая, но слишком много фарм. Устаешь от этого фарма. Могли бы как-нибудь разнообразить. Но на мобильном устройстве играть самое то. Где-нибудь в поездках, в поезде, там, в метро, в автобусе, не знаю, где угодно. Конечно, еще остались побочные квесты, их довольно много, еще куча всего можно скрафтить, но я этого делать не буду, потому что я устал от этой игры, и я считаю, что мы ее прошли, ну, основную сюжетную линию, по крайней мере, мы ее прошли, и все, больше видео по этой игре не будет. Так что всех поздравляю с прохождением, а на этом мы уже закончим, всем спасибо за просмотр, и увидимся в следующем видео.